Всем привет! Свой выпуск сегодняшний я начинаю с вот таких вот друзей, с опяток. Замечательное утро, птицы поют, солнце встало. Посмотрите, какая прелесть нас сегодня встречает в лесу. По заходу в лес сразу нападают вот такие вот дружочки. Вот я поднимаюсь. Вот. Здесь сейчас покажу вам. Вот так приятно вот начинать свои лесные прогулки вот с таких вот дружочков. Ну, пускай их не так уж и много, потому что перед нами наверняка много грибников пробежало. Тем более сегодня выходной, второе воскресенье. И наверняка перед нами уже кто-то прошел. Но всегда есть шанс, что ваши грибы вас дождутся. То есть вот меня мои дождались. А вот здесь вот посмотрите, какая красота. На этом же дереве, только с другой стороны, здесь чешуйчатка. На солнышке. Смотрите, как ее много. Я ее тоже заберу. Вот такое вот соседство приятное. На солнышке зреет чешуйчатка, а с этой стороны обитают опята. Вот красота. Прелесть. Смотрите, вот они только-только пошли после утренней влаги. Вот, посмотрите, семейка. Давайте ее достанем. Вот они. Там вон еще маленькие малыши. Видите? Вот. Вот там вот. Тоже я залезу, потом достану. Я прям вижу из-под листвы. Они прям вот свежие-свежие лезут. Смотрите. А здесь дальше вот. Обратите внимание. Вот какие красивенькие. Они прям на корнях. Вот такая вот прелесть. Смотрите. Шикарные. А дальше, если присмотреться, то отсюда можно, в принципе, и не выходить. И набрать на вполне неплохую баночку маленьких грибочков. Вот, вот. И там дальше вот прям листва. Здесь, кстати, лещина, орех. И вот в листве этой лещины вот их очень много. Просто камера, видимо, не передает. Ну вот даже я сижу и смотрю. Я боюсь просто, чтоб не наступить. Видите, какой окрас грибочка. Горчичный вид опенка. Ножка такая толстоногая. Ну, прикольно их собирать. Они такие классные прям. Мне очень не нравится. И они вкусные достаточно. О, богатыри. Богатыри, но не раскрывшиеся, а такие самые классные в баночке будут. Вот так вот. Собираем. Ай, какие красивые обнаружены нами. Смотрите, какие они гвоздички. Какие же они красивенькие. Вот, спасибо, деда лес. Какие же они замечательные. Вик, покажи. Сейчас, смотри, что. Бутенькие. Ух ты, да. Какие? Вот они. Какие красивые. А вот, вот несмотря на то, что... Вот. Ах, вот, я еще вот этот пенечек не заметила. Посмотрите. Все на одном пенечке. Да, какой хороший пенечек. Угу. И они на такие хорошенькие, молоденькие. Смотрите, какой у них цвет. Сейчас фокусируем. Пушистая, здесь не видно. Вот здесь больше видно, что это именно горчичный опенок. Именно цвет ножки его определяет. И шляпки. Ножка почти не изменяется в цвете, когда грибочек подрастет. Смотрите, вот еще немножко опяток лесовичок нам подарил. Но это еще не все. Во враге я еще нашла. Вот здесь вот под бревном. Ну, тут такие уже они темненькие, немножко пожилые. А вот здесь вот, смотрите, какие они. Вон там вот начинаются, свое начало берут. Вот, 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 вот. И тут тоже. Вот показываю вам. Там еще под низом не видно. И вот тут тоже. Вот они. Это я залезла под бревно и показываю вам. Вот такие вот тоже. Немножко переростки, но хорошие. Свеженькие. Вот сейчас покажу на таком. То есть они чистые, нормальные опята. Я сегодня не стала снимать наш общий улов в лесу. Его было, в принципе, сегодня много.
Нормально достаточно, то есть по хорошей корзинке мы сегодня взяли. Но в лесу я не стала сегодня снимать. Я решила показать, что остается после того, как грибы очищены и перебраны. То есть смотрите, с большой хорошей корзинки ушло примерно 40% отхода. То есть грибы попадаются очень много червивых. Чешуйчатку я взяла, вот она получается. Попробую ее тоже что-то из нее сделать, пока еще не знаю, пока просто сейчас помою и отварю. В общем, вот это вот опята, это пойдут на маринад. Вот смотрите, получается с большой корзинки получается чуть больше, ну не знаю, это кастрюля 10 литров. У меня получилось ну, чуть больше половины, как вы видите. Осталось это все помыть, переварить и можно закрывать по баночкам. То есть вот это я сейчас все перемою, отварю далее и закатаю, закрою по баночкам. Кому интересен маринад рецепт, я могу оставить под этим видео. Ну вот, мои баночки готовы к тому, чтобы отправиться в прохладное местечко, зимовать, так сказать, и дожидаться своей очереди. Ну а кто попробовал замариновать опята по моему рецепту, да и вообще любые грибы, напишите мне в комментариях, кому понравилось. Хочу узнать ваши отзывы. Но мне понравилось, получилось достаточно-таки вкусно.